Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео посвящается ловле диких птиц, потому как на дворе сентябрь, а это значит, уже можно всем отправляться на ловлю. Я в этом году на ловлю не пойду, потому как много дел, аквариумы, канарейки. Но вот человек заказал западок. Сейчас я вам продемонстрирую, как он работает. Вот перед вами современный западок заказал человек. Я говорю, почему не пойду в этом году на ловлю, потому как некогда. А вот заказы принимаю, делаю западочки для ловли певчих диких птиц и клеточки разные. Значит, как работает этот западок? Смотрите, вот тут есть курочек. Птичка садится, западок раз и закрылся. Сейчас с другой стороны покажу. Во второй отсек также садится птица, он закрывается, захлопывается и все. Посерединке у вас имеется место для дикой птицы, то есть вы посадили сюда приманку, манную птицу, корм насыпали и водички поставили, взяли за ручку, разместили где вам угодно и вперед за птичками. Значит, размеры данного западочка, смотрите, размеры 38, кто спрашивает, вот пожалуйста, 38 длина, 13 ширина, вот видно всем, и 15 высота. Вот такой вот западок. Ну а отделение хотите, пожалуйста, вам сейчас размеры отделения. Здесь 12, комната ожидания 15, 16 даже, ну, в общем, вот так. А вот история: раньше ловили ребятки 10, так просто для расширение кругозора вам покажу. 10 на 18. Сейчас. Высота 18. Вот так ловили раньше. Латочки ставили. Видите, вот мне это впечатлило. Я взял для памяти. Очень красиво смотрится. Такой старинушка. Друзья, заказать вот такой вот красивый западочек из дуба. Заметьте, это из дуба, его синица не расклюет, если попадется. Из сосны расклюет, а из дуба будет целый. Западок не обработан ни маслом, ни лаком. Это уже по желанию. Хотите дома обработайте, хотите за дополнительную плату я обработаю. Значит так, заказать западок можно по номеру телефона 8-928-231-61-07. Для тех, кто не успел записать, повторяю, номер телефона 8-928-231-61-07. Снимаем сегодня на ветру. Засентябрило за окном у нас. Осень такая плавная. Друзья, на этом мой обзор подходит к концу. До скорой встречи. Всего всем хорошего. Хорошей охоты в новом сезоне. Подписывайтесь обязательно на канал. До свидания.